А, зачем ты их выбрасываешь? Зачем ты его выбрасываешь? Потеряла игрушку. Вот, ну неохотно. Вот. Ого, ничего себе. Сейчас возьмет и выкинет. Руслан, покажись. Руслан, покажи мордочку. Иди сюда, иди ко мне. Мордочку покажи. Смешную. Очень смешная мордочка у Руслана. Гдушку пак взял. Сейчас выкинет ее. Злюни бегут. Игрушки, скажи меня вам. Все, что вы хотите. Я все буду... у него есть. Больше всего я люблю. О, она же выкинет. Это сейчас еще в огород пойдет, выкинет. Такое вообще еще не знаю, что с ней делать. Выкинуть. Это все. Его любимая. Выкину. Выкинуть. Так. Ого, земля дрожит. Голосом прыгнул, земля дрогнула. А ну иди сюда. Иди покажись. А ну запрыгивай обратно. Неси свою игрушку. Я не буду выкидывать ее больше. Походить, поднимать. Хочешь, выкидывай. Он все, он мечи, он все в огород выкидывает. Ищет, пока кто-нибудь поднимет. Богатый мальчик. Богатый, да? Есть. Вот он. Горный лев. Он себе гору нашел. Да. Царь горы. Вы его закрыли? Да, я закрыла в вольере бедного Голсана. Вы уже не его. Вы не его, дама, да, барабана, да, и глазки подозрительные такие. Сяся, обиделся? Обиделся мальчик? Обиделся. Ну, видно, что обиделся. Голсанчик. Все, вот это такой, он такой капризный у нас. Наша... Играется, он не грызет. Балованный такой. Оп, все упало. Ну, это выкинул, бро. Все, неинтересно. Интересно. Вот это называется забалованный, залюбившийся собака. И носик повесь. Повесь носик. Не надо мне хозяева новую купить. Зачем оно нам надо? Ну, по принципу, вот она меня так любит. Все равно новую купят. Все равно она мне новую купит. Ну покажи язычок. Ну покажи. Колсан, где твой язык? Покажи язык. Глаза более раскосые стали. И я хочу сказать, что действительно правда. Вот они как люди. Вот он обижается, как человек. Ну сейчас мордочка обиженная. Да, он любит, чтобы его гладили, целовали, обнимали. Вот это он любит. Да, очень любит гладить. С ним нельзя силой, он не... будет сопротивляться до последнего. Уговорами только, да? Его надо только уговаривать. Нос. А, губы, нос. Такой бархатный-бархатный. Вообще наша прелесть. Вот так, когда его трогаешь, он такой мягкий, прям как плюшик. Позитивный. Дает очень много положительной энергии. Очень-очень. Это действительно собака рада. Собака, да, солнце. Солнечная собака. Собака, солнце. Вы солнечный? Голсан. Солнечный. Он чувствует, когда хозяина вот плохое настроение. Вот он подойдет, там, тебе морду положит, успокаивает. Да, мордочка, конечно, огромная. Есть что положить.